Чтобы глаза не так уставали. Разговора никакого не будет, потому что прерывается, ломается и все, только время тратить. Сейчас-то лучше стать должно, нет? Я говорил, не знаю, Вячеслав говорил, нет, какие фотографии остались там? На Кисину православие, а другие надо фотографии-то. Ну да, понятно. Ну вот. И надо поэтому 16, хотя бы 3, 6, 18, 48 надо страниц. 48 страниц надо подготовить. Большие, массовые, там, покаяние и прочее. Я понял. Хорошо. Ну вот так, скидывай, я тут позанимаюсь. И мы, значит, в понедельник, наверное, уже тут будет договор заключать и отдавать. Все готово. 4-томник будет. Ну, хорошо потрудились. А это последнее. К истинному православию надо заказывать, ну, примерно на 5000. Потому что дальше может еще хуже быть. Ну, может, где-то кто-то что-то даст. А потом мы постепенно продажей книг-то рассчитались бы. Так, у меня тут по работе вопрос. Давайте. Значит, у меня на работе, когда меня наняли и сказали, что надо делать, я говорю, надо еще одного человека брать. Они говорят, хорошо, возьмем еще одного. И так и не взяли. Я выполняю работу фактически за даже не за двоих, а за троих. Они еще не платят людям за другие работы, и я все делаю один в итоге. То, что не должен делать. И остаюсь там до 23, бывает, до 22 вечера, то есть до ночи. Нет, это не годится. Это я знаю, одного такой тут работал также. Это не надо так. Надо заранее договориться, как говорится, договор составить. У нас договор, тогда раньше они его нарушают. Было. Они нарушают договор. Нарушают. Ну, ты-то живой, мог и не идти к ним туда. А что ж такое зря сидеть-то? Я не доспал, то другое. Ты вообще будешь брак выпускать? О чем и речь? Что я уже божественно вообще не занимаюсь практически. Времени нету. Все сожрала, это ненужная работа никому. Ну, в общем, думаю, что буду отстаивать, отвоевывать свое время личное. И только то, что договорились, это отрабатывать. Вот звоню посоветоваться. Не знаю даже, еще сказать. Вот у нас этого не было, чтобы время кончилось, ушел домой. Ну, я там еще на стройке работал. А это какой-то там тогда работали в монастыре, не заплатили, один там уже и умер. Ну, что это такое? Кирпичей там этих пыли наглотался. Да. В общем, если не получится здесь нормально работать, то надо, я буду менять работу просто и все. Потому что... А где ты будешь? Где будешь работать-то? Не знаю пока. Надо смотреть, думать. А ты поговори с Андреем Головачевым. Он тебя примет за коровами ухаживать. Пойдешь? Да как я перееду тут? Не знаю. Мне кажется, переехать пока от родителей тяжело мне. Ну ладно. Коли может, так. Может, ты пошел бы, но на лето. Надо звонки идут. Все, звонки идут на молитву.